Всем привет, ребятки, с вами Борода, это Justwire Tokyo, вы на канале Ninavi, усаживайтесь поудобнее, мы продолжаем проходить эту чудеснейшую игру. Итак, глава 2, сейчас попытаемся выполнить одно из несюжетных заданий, и дальше я, в принципе, наверное, не буду вообще отвлекаться на несюжетку, потому что, ну, не так это интересно. И не вижу я в этом особого, как бы, смысла. И будем продолжать работать именно над сюжетом, чтобы пройти игру и побыстрее записать для вас все-таки годный, хороший, интересный контент. Так, тут у нас души есть. Души мы заберем. Эй, не хочешь освоить новые приемы? А, точно. Точно, точно. Спасибо большое. Это я помню. Так, так, мяу, привет. Слушай, возьми пачку сигарет. За спрос денег не берут. Так, а стрелы у нас появились. Что тут, сигареты есть-то? Ну, а сигареты нету. Сорян, мужик. Стрелы есть, катасиры есть, но у меня есть уже 12. Они стоят 3000, я не знаю. Пока, наверное, они мне не нужны. Я думаю, мы в храмах просто понаходим. Да и все. Так что так-то я, в принципе, у них пока особого смысла и не вижу. Еще одна скверна. Думаю, он имеет в виду баню. Там воды всегда много. Да? Ну, может быть. Посмотрим. Это у нас баня получается, да? Мне после бани всегда шоколадного молока хочется. Тут ты его вряд ли найдешь. Согласен. Сейчас явно не до него. Еды я уже налутал. Жесть просто. Но пока не понадобилось. Там посмотрим. А в больнице мне еще не приходилось бывать. Не тебе одному. Началось. Вот это я такое не люблю. Замкнутое пространство. Воздух будто сгустился. Скверна настолько сильна, искажает пространство. Да, вижу. Началось. Пошла жара. А это откуда взялось? Тоже из-за скверны? Боюсь, что нет. Боюсь, тут у нас просто новые друзья. Ну как друзья? Такие себе, конечно, друзья. Собака. Пошла жара. Видишь, получается зря. Так, хорошо, забираем. Вот этих сначала. Они очень быстрые. Так, и еще. У меня не осталось уже почти энергии. Пошло. Та не добросила. Хорошо. Это я забираю. Так, сначала ее. Хорошо, тот со спины сейчас подойдет, ударит. Тихо. 18 восполнили очков силы, это хорошо. Хорошо сбил. Не упал. Да ты будешь умирать, слушай. Затяжной у нас бой вышел. Еще. Да ладно, что у вас так много? Слишком много. Давай. Два сразу, отлично. Я не знал, что можно цеплять двух сразу. Надо было и ту сначала зацепить.
Хорошо. Иди сюда. Надеюсь, это последнее. Нет, еще. Думаю, больше нам здесь делать нечего. Думаю, тоже. Так, хорошо, справились. Слабенькие, слабенькие. Ох, наконец-то вернулись. Теперь Скверна наверняка исчезла. Да, хорошо. Достижение получено, добрая душа. Великолепно. Так. Интересно, баня откроется, когда Токио вернется к нормальной жизни? Как писал один монах, течение реки непрерывно, но воды ее остаются прежними. То есть жизнь, как и раньше, будет присутствовать. Таких духов полный район. Ага, вот видишь, а сейчас у меня кончились они. Значит, надо было все-таки прикупить несколько штук, потому что там один дух остался, и мне нужно будет за ним, по идее, возвращаться. Но, скорее всего, я этого не сделаю. Если здесь сейчас рядышком будки нигде нету, а ее, скорее всего, нету. Поэтому мне придется возвращаться аж в начало, где мы брали этот, получается, квест. Да, вот будка у нас тут. Так, позвоним. Угу. Надо их купить штук с 20, наверное, сразу. Так, хорошо. Акита, помоги. Я слышу голос Мари. Она зовет меня. Так, духи переданы. Хорошо, единственное, что у меня осталось по вопросам, это что мне надо, наверное, вернуться, забрать очки за квест. Скорее всего. Сейчас пойдем посмотрим. И пойдем выполнять дальше основу. Я правильно понимаю, что вы все исправили? Спасибо. Отлично. Ну, вроде бы все выполнили. Хорошо. Получается, никакой ни награды, ничего нету, да, за это? Хорошо, окей. Типа, награда была эти духи, которых я забрал. Ну, соответственно, здесь мне больше делать нечего. И идем выполнять основной квест. Как мне туда добраться? Тут есть тропа. Давайте попробуем. Там еще один квест. Вторичный. Так. Доп-квесты я проходить не хочу. По крайней мере, пока что. Да-да, привет. Так, Скверну. Скверну можно... О, привет, я тебя не увидел. Слушай. Ядро скверны, я не вижу. Это нормально? Но я его не вижу, если честно. Ты что? Чуть не ударил меня? Ух, больно. Иди сюда. Где она делась? Она умерла. Хорошо. Отлично. Так, ядро. Мне нужно ее ядро, которое я вижу. Все окей. Хорошо, и там у нас монахи, врата и враг.
Мне интересно, что они вот бродят себе так, стучатся, как ни в чем не бывало. Это типа они нормально себя чувствуют, как полноценные жители, получается, здесь, да? Любопытно, любопытно. Так, у нас тут и телефонная будка есть, это хорошо. Так, отлично. Красные эфирные кристаллы. В Сибуе вам будут попадаться сияющие красные эфирные кристаллы. Если разбить такой кристалл, он взорвется, а чужаки, которые заденет враг, получат урон. А освобождают красный эфир, который восстанавливает очки стихии огня. Хорошо, понял. У меня пока ничего по стихии огня нету, поэтому по факту оно так бы и бесполезно. Так, сразу скинем духов. Мы тут подсобирали немного. Сразу же их можно и отдать. Да. Пока есть возможность, пока рядышком есть такая вещь. Так, я слышал котика. Лекарство от всех болезней. Затем выберите крупицу сахара и бла-бла-бла. Котик. Где-то был котик, не пойму где. Это скорее с магазина, да? Да, да. Это с магазина было хорошо. Скверно. А как мне эту скверну убить? Вижу. Хорошо. Интересно, когда убиваешь... Нет, когда убиваешь скверну, туман-то все равно не рассеивается. А почему? Так, хорошо, это я забрал. Получается, мне просто нужно зацепиться за него, и дальше я могу отходить. Да, вот, смотри, я зацепился, и дальше я могу отойти, и духи мне все равно засчитывают. Это упрощает задание, если честно. Это хорошо, это очень хорошо. Так, отлично. Там доп-квест, мне не туда. Надо немного восстановить. Хорошо, немного денег. Так, монах и врата. Так, хорошо, 32 очка уже у меня есть. Так, надеюсь, в дальнейшем мне это спасет жизнь. Очищение больших святилищ. В больших святилищах Сибуи вы найдете несколько воскверненных врат. Тори. Очистив все тори в святилище, вы избавитесь от окружающей местности тумана. После того, как вы очистите оскверны большие святилищ, вам откроются спрятанные призраки, новые магазины и места с Амикудзи. Вот, получается, там я зачитерил. То есть, все-таки оно бы открылось, но со временем. А я так-то вот захотел все сразу. Получается себе. Так, хорошо, мне... Тут явно есть чужаки. Куда мне бежать от них? Так, у тебя есть призрачное зрение. Видел одного. Хорошо. Тут пока чужаков я не вижу. Есть песич. Так, погладим. Хорошо. Так, а что это вокруг них такие знаки летают? Любопытно. Так, хорошо. Туман. Я с тобой уже игрался, все. Хватит с тебя. Так, там я ничего не вижу. Это откроется после. Привет. Так, тут тоже можно что-то посмотреть. Так, это они еду продают. Хорошо.
Короче, здесь получается у нас полностью торговый райончик. Это все можно будет потом поесть. Привет. Так, врата вижу, их вижу. Пока только одного. Вон идет второй. Хорошо. Невыгодно кастовать одиночные, как я кастую, но ими проще и быстрее. Но невыгодно, потому что очки силы расходуются, получается, понапрасну. Так. Хорошо. Хорошо. Очистим врата. Так, это первые врата. Их, я думаю, будет где-то три. Следующее. Вон следующее. И вон еще один. Так, хорошо. Двое сразу. Отлично. И последнее. Хорошо. Больше. Так, ты сделал хороший темп. Да, спасибо. Стараюсь. Так, очистим врата. И тут сразу рядышком еще одни будут врата. Хорошо. Что это такое? Подсвечивается тоже. А, понял. А эти, получается, не нужно, да? Они очищены. Хорошо. Кто у меня тут? Враги есть? Есть. Ой, это колдунья, она такая мерзкая, слушай. Иди сюда. Хорошо. Тихо. Вижу. Даю. Еще раз. Даю. Тихо. Иди сюда. Отлично. Добили. Забрали. Хорошо. Осталась она одна. Хорошо, забили, забрали. Есть. Очистили врата. Врата очистили? Давай, давай. Так, хорошо, забрали это. Так, получается все. Раз, два, три. Я же говорил, трое врат. Так, открыли новую локацию, полностью очистили ее от тумана, что упрощает дальше игру. Так, и нужно непосредственно зайти в сам храм. Так, быстрое перемещение. Чтобы мгновенно очутиться в очищенном святилище или другой точке быстрого перемещения, выберите меню карты и нажмите R. Хорошо, то есть между ними можно еще будет и перемещаться. Эффекты Амикудзе. В святилищах можно вытянуть Амикудзе, бумажку с хорошим или дурным предсказанием и получить соответствующий эффект. Все эффекты Амикудзе временные. На вас может действовать только один эффект Амикудзе, даже если у вас есть талисман, позволяющий пользоваться несколькими усилениями. Вот список возможных, от самых полезных до самых вредных. Да и Кити. Пока действует этот эффект, вы получаете в 3 раза больше очков опыта за победу над чужаками, а враги не могут вас ранить. Кити. А пока действует этот эффект, чужаки наносят вам в 2 раза меньше урона. Тю Кити. Пока действует этот эффект, ничто кроме тумана не может полностью лишить вас здоровья. Все Кити. Пока действует этот эффект, вы получаете в 2 раза больше мейки из эфирных кристаллов. Все Кити. Ветер. Доносят еле слышную музыку токийского танца Бон. Кё. Рядом с вами из ниоткуда появляются чужаки. Дайки. Запас здоровья сразу уменьшается до 1 очка здоровья. Ну что ж, неплохо. Есть и очень хорошие, как нам сказали, так и очень плохие. Я чувствую большую силу. Здесь что-то есть. Перейди на призрачное зрение и осмотрись. Так, хорошо, сейчас. А, погоди-ка, неподалеку что-то есть.
Что именно? Я бы сказал, скопление какой-то энергии. Хорошо. Ой, что это? Подношение. Вы можете сделать подношение, пожертвовав некоторое количество мейка, и получить награду, которая зависит от размера подношения. Подтвердите количество мейка, которое хотите пожертвовать. Так, ну давай. Помолимся. 100, 500. Да я бы больше дал, я бы все отдал отчетом. А хочу найти новые статуи Дзидзо. Хочу найти то, что я ищу. Ну все, пойдем. Окей. Ну, получается, не так-то и много там можно. Я бы просто реально все пожертвовал бы, да и все. Мне-то с них чего? Вон там еще есть духи. Хорошо. Теперь все в порядке. Так, тут еще и много всего можно позабирать. Супер и стрелы я видел. Хорошо. Ну, кстати, ними пока что, в принципе, и не пользуемся. О несчастливых годах. Считается, что люди чаще всего сталкиваются с трудностями и неудачами в определенные годы своей жизни. У мужчин и женщин они свои. По наступлению опасного возраста, а также пришествии последующих лет, человеку следует предпринять все возможные меры, чтобы оградить себя от зла. Так, понятно, это тоже просто информация для прочтения. Окей. Так, здесь... взять Амикудзу. Ну это ж это предсказание. Давай попробуем. Че уж там. Так, Даеки, ждите несчастья. Здоровье до одной единички. Ну что ж, не повезло. А еще раз можно? Ага, в одном месте одноразовая вещь получается. Окей. Ну в этот раз не повезло, в следующий раз, может быть, повезет. Хорошо, там еще души вижу. Это я уже, получается, буду выходить, да? А можно отсюда, хорошо. Там еще души есть. Сейчас вокруг просто пособираем, чтобы потом не путаться. Хорошо. Торгаши. Ну и это что? Подношение тоже? Ой, что это? Золотая пиала, позолоченная посуда для японской чайной церемонии. Хорошо. Не знаю зачем, но хорошо. Так, там по факту ничего. Все, можно заходить? Давайте посмотрим, к чему мы тут шли. Так, ну это, я так понимаю, огонь нам дадут сейчас. Это нам пригодится. Плетение огня. Ну, я же говорил. Атаки плетением огня — это мощные огненные копья, которые можно достать врага издалека. При усиленной атаке вы выпускаете огненные шары, которые взрываются и наносят урон сразу нескольким чужакам. Так, смена стихии. Во время боя можно быстро переключаться между стихиями. Хорошо. Письмо в святилище. Я недавно заказывал в вашем святилище 10 катасира. Сделайте, пожалуйста, 15. Прошу прощения, что поздно предупредил. Эд Уоррен. Так, ну что, не зря мы сюда пришли. Теперь давай за дело. Как думаешь, откуда мы сможем увидеть Сюсебию? Со смотровой площадки. Хорошо. Так, на смотровую площадку. Так. Кто это? Тануки? Он хочет нам что-то сказать. Перейди на призрачное зрение. Эй, подойди-ка сюда. Ты меня понимаешь? Очень хорошо. Слушай, мужики, я вижу, что у вас мозги на месте. Помогите по-братски.
Так вот, мы с ребятами прибыли в Сумуто, ну, чтобы посмотреть город, но нас разбросало кто куда. Я бы сам их собрал, но у меня что-то спину прихватило. Можешь отправить их ко мне, если встретишь. Они, конечно, тануки, поэтому наверняка во что-нибудь превратились. Придется смотреть в оба. А когда найдешь, скажи им, чтобы живо тащили свои пушистые задницы к вожаку. Заплутавшие тануки. Стая тануки недавно перебралась в Токио, и, как назло, неугомонные зверьки сразу же разбежались кто куда. Теперь они прячутся где-то в Сибуе, и вожак стаи просит вас их отыскать. Будьте внимательны, ведь тануки умеют превращаться во что угодно, от стула до миски рамена. Заметили на обочине дорожный знак, которого там быть не должно, не проходите мимо, вдруг это притаились тануки. Кстати, если уж что-то пошло, кто-то из них спрятался прямо у меня под носом. Ищи того, чего не должно быть, пушистого хвоста. Как только найдешь кого-нибудь, возвращайся ко мне. Тануки, тануки. Окей. Но я предполагаю, что он все равно как-то должен подмечаться. Так. Кулиш, мы тут рядышком. Ты говорил, раньше работал страшным псом. В полиции, что ли? Так, это может быть тануки? Нет, просто ты либо ворчишь, либо ругаешься. Это называется профдеинформация. Ну, возможно, вот это и есть тануки. Не тануки. Просто песик, с которым можно поиграться. Окей. Хорошо, тогда пошли на отметку. Посмотрим. Это квестовик. Это не то. Там песик просто. Где-то спрятался, где пока непонятно. Он сказал рядом со мной. Это все просто отметочки на доп. Задание. То есть, получается, все-таки он никак не подмечен. Или что? Вот. С хвостом. Чпоньк. Ох, ты меня нашел. Ну и острый же у тебя глазок для человека. Представь себе, я как раз шел по его следу и уже почти его нашел. Но тот почувствовал, что рядом человек и решил спрятаться. Это, оказывается, был ты. Спасибо за эту новость, друг. Побегу скорее к вожаку. Ну, беги. Ну, разговаривать будем, нет? Благодарствую. А когда найдешь всех, приходи вон на тот большой холм кверху. Мы с ребятами будем тебя там ждать. Токио большой город, огромный, так что ничего страшного, если ты вычислишь их не всех сразу. Хорошо. Окей. С этим мы разобрались. Так, смотровая вышка. Нам далее туда. Погнали. Собак везде много. Я не знаю, возможно, это мне что-то даст, если я каждого пса переглажу, каждого котика. Так, осмотримся. Мне надо будет наверх подняться в любом. Если честно, давно мечтал залезть на крышу этой машины. Так, здорово. Ух, каких много-то прилетело. Так. Давай. Ну, слушай, огонь-то будет получше, получается, да? Похоже, тебя я недооценил. Супер. Да, огонь поярче будет. Поярче. Скверно, не скверно? Понял. Не скверно. Хорошо. Там дух есть. Надо забрать. Так, надо будку найти, уже 9 из 12.
Так, внизу есть ворота, а нам нужно будет вверх. Так, мои силы позволят увидеть тебе то, что не видно обычным людям. Блин, испугался. Надо как-то научиться еще восстанавливать. Так, найди эфирные кристаллы. Будем искать. Но, ага, все, да, все любые восстанавливают и то, это хорошо. Потому что я вот беспокоился. Так, легенда Сугвара но Митидадзе. Государственный деятель и ученый, живший в период Хэйана. Короче, они параллельно еще и ознакомливают тебя с китайской историей. Так, окей. Тут у нас туман, это проблема. Значит, мне сюда никак. Но мне в ту сторону. Либо как-то обходить, либо же надо будет по крышам идти. Пошли. Но вот тут есть летун. Давайте поднимемся наверх. Возможно, сверху будет лучше видно. Поверил в чудеса, значит? Все хорошо. Так, ну это он будет теперь повторять постоянно, да? Так. Кстати, плюс 6 нам, плюс 5 нам сразу же дали. Это очень хорошо. Так, отлично. И тут есть лестница у нас. Великолепно. Поехали. Угу, все, заполнено все душами. То, о чем я и говорил. Надо было бы будку найти, потому что вот наверх поднялся. Теперь проблемка. Так, а туман даже идет и поверху, но не до конца получается. Так, мне куда? Не туда. Но там я даже не вижу, за кого можно было бы зацепиться. То есть надо как-то это все обходить. Возможно, мы сейчас подойдем к воротам. Где я здесь видел ворота? Вот, внизу. Как я их пропустил-то, кстати говоря? Потому что они были еще ниже, я понял. Так, здесь будет посложнее. Ох, пусти. Ни хрена себе. Отдай мне правую руку. Это новый враг. Ну что, сражайся. Идеальный блок. Заблокировав вражескую атаку непосредственно перед ударом, вы поставите идеальный блок. При идеальном блоке можно отразить атаку и не получить урона. Хорошо, ну вот сейчас получается и было. Так, отлично. Плюс уровень сразу же мы получили. Но это уже враг посильнее. Я прям много в нее дал, а она все равно продолжила атаку. Так, отлично. Чувствую от него большую силу. Так, ну духов я собрать не могу. Вот и все. Так, хорошо. Потусторонний анигри. А это у нас открылась стихия воды теперь получается. Так, плетение воды. Атаки плетением воды — это широкие водяные лезвия, которые наносят много урона находящимся вблизи врагам. При усиленной атаке вы выпускаете волну, пронзающую чужаков. Окей. Туман в этом квартале вроде рассеялся. Идем. Так, ну это уже более-менее играбельно. Очень обидно, что... Здесь нигде нету телефонной будки. Я не стал. Да за что? Да, надо купить.
вот этих вещей побольше. Потому что очень неудобно. Мне просто нужно сейчас идти и искать телефонную будку. Ибо нету смысла идти дальше. Там по-любому будет очень много душ. Прокачать в любом случае персонажа придется. Так, вот будка. И можно будет, наверное, сразу же обратно вниз спуститься, забрать те души и подняться наверх. И отдать их. Хорошо, ложим. Так, отлично. Так, обратно. Еще тут у нас наверху есть. Так, ты сражаешься все лучше и лучше. Спасибо. Стараемся. Так, и вроде бы здесь больше не было. Все. Так, теперь мы можем спокойно пройти дальше. Тихо. Хочу попробовать. А вторая не хочет сюда пойти? Мне нужна была и вторая, как бы. Так, отлично. А эту просто сразу же убивает. То есть без вариантов. Если использовал огонь, она просто уничтожается. Моментально. Так, хорошо, пополняем. Иди к южному выходу станции. Если не ошибаюсь, там был вход в Кагерия. Пошли. Огонь, кстати, не пополняется. Он либо пополняется все-таки уникальными какими-то вещами, либо вот мне повысили на некоторое время, и все. Иди сюда. Ну вот их осталось 3 штуки, и все. Хотя огонь это очень прям удобно. Не знаю, мне больше всего нравится на данный момент. Потому что один удар и все, и ты убиваешь. Ветра зато много, но ветер очень слаб. Ага, вот, восполнили сейчас одну единицу огня. Так, здесь мы были, хорошо. Мне бы еще монаха найти. Хотя бы одного. Так, отлично. Нам нужно подняться наверх. Так, воду мне. Это вода? Нет, это ветер. Воду. Сейчас хочу попробовать. Не достал? Серьезно? Ладно. Проще тогда так. Вода вообще недалеко бьет. Понял. Лови такую. Будет проще огнем. Я разочаровался сейчас очень сильно. Хорошо, забрал. А, там писало очень сильный удар дугой по врагу. А, не было сильного удара, не было никакой дуги. То есть вообще какая-то бесполезная вещь. Пока что вода получается хуже всего. Самое эффективное, что мы используем, это огонь. Ну вот, смотри. Один выстрел, и он умирает. Это, кстати, какой-то толстенький. Ага, смотри, этот не умер. Еще и отражает, ни хрена себе.
Так, толстенькие идут посильнее. Так, и у нас тут храм есть, отлично. Это великолепно. Так, максимум воды. Мне бы огонь восстановить. И было бы супер. Как тут тихо. Хорошо, нам сюда. Так. Это что-то новенькое. А, они были заблокированы, я понял. Хорошо. Так, у меня ноль огня. Если будет какая-то жесткая драка, то это будет печально. Да там же дверь была закрыта, вы издеваетесь? Здесь все закрыто. Так, ладно, нам не сюда пошли. Здесь тоже закрыто. Так, здесь можно купить напитки. У меня там много душ уже или нет? Где-то 5-6 катаров мы точно за этот заполнили. Хорошо. Так, ну 7000 из 240. Сейчас пока 3 выпуска снято, но я думаю, это возможно. Так, здесь эти летуны. Это крайне плохо. И вообще очень много врага. Который меня засек. Да? Или нет? Вроде нет. Драться я пока с ним не хочу, я себе огонь не восстановил. Куда мне идти? В эту сторону, хорошо. Ты домой в правильном направлении пока что. Так, плюс один огонь. Это что такое? Это будет весело. Я понял. Сзади есть? Нету. Сзади хорошо. Это что вообще только что было? Есть. Давай, давай, пока ты там лежишь, я тебя заберу. Иди сюда. Хорошо. Так, а как же тогда убивать этого желтого? Чтобы он никого больше не призвал. Потому что, ну, воздух он отразил сразу же. Соответственно, он является бесполезным. Надо будет попробовать в следующий раз либо водой, либо огнем. Ну, вода, она не дострелит очень далеко. Поэтому бесполезно. Надо будет пробовать огнем тогда. Так, вижу вход. Котиков этих понапихали теперь очень много. Прямо они на каждом шагу, везде. О, много врага. Так, какой смысл делать реконструкцию, если в Токио никого нету? Сюда. Плохо, не успел. Я хотел всех сразу. Если бы девочка это не появилась, я бы справился.
Забирай его. Это не работает так, как мне надо. Хорошо. Так, мне нужно пополнить срочно свои запасы. Как бы ничего не осталось. Так, огонь плюс 4. Все благодаря моей силе. Чей же еще? Так, хорошо. Так, тут у нас дальше туман. Туда особо не пройдешь. Туда, видимо, еще рано. Надо где-то здесь найти будет врата. Что это было? Материя. Так, и тысячи как бы так и осталось без помощи узников. Здесь будет тяжело. Возможно, надо будет взять огонь даже. Так, доп-квест пока не интересует. Тут у нас проблемы с материей. Мотивирует, так сказать. А, всех. Так, мне сюда, там и врата есть. Давай. Не-не-не-не-нет. Вот собака. Ладно. Ты где здесь взялась? Она телепортируется, я понял. Хорошо. Отлично. Разобрался. Так, новый уровень, хорошо. Так, это мы заберем себе. Что у нас тут? Ничего полезного. Нам наверх, это я помню. Так, карманы с этим предметом уже заполнены, хорошо. Дальше. Ищем подъем наверх. Вот тут дверь есть, скорее всего, здесь и подъем будет. Так, лифт, хорошо. Ага, отлично, похоже, лифт еще работает. Да, самый верх, 8-й этаж. Так, приготовить, наверное, огонь на всякий случай, потому что если там будет засада, то это оптимальный вариант отбиться быстро. Ой, это с молотком, смотри, это что-то новенькое. Ай, промазал. Все, у меня огня нету. Давай еще. Еще. Сильную атаку. И я умер, да? Да, это плохо. Прям было больно, я вам скажу. Где-то процентов 25 он снес. Это была стрельба? Вот и все. Такое впечатление, что я только что услышал стрельбу. Но это не точно. Так, вот это мне надо. Так, плюс 3 канистры, хорошо. Так, наверх. Вижу двери. Я в поисках... Нельзя, да? Надо вниз будет спуститься. Хорошо. Но туда мы позже спустимся обязательно. Пока наверх.
Где? Кто? Не вижу. Слышу, но не вижу. Так, разбиваем. Хорошо, идем еще выше. Так, ну тут нас ждут ворота. Ворота, скорее всего, будет кто-то охранять. Используй мою силу, если увидишь кого-то поблизости. Хорошо. Так, отлично. Так, кончилось, я понял. Пошла жара ветром. Ветер... Его больше всего. Вот его преимущество. Больно. Подожди. Надо двух сразу. Хорошо. Потому что иначе не пойдет. Я пока буду его притягивать, ядро доставать, меня убьет второй. Так, очистили. Отлично. Здесь были большие врата. Так, я бы заглянул в святилище. Вдруг что найдем? Скорее проклятие подцепим. В прошлый раз ему не понравилось. Вот это ж рандом, как повезет, я ж не виноват. Так, хорошо. Тут у нас стрелы, луком мы пока не пользуемся, не вижу пока необходимости. Лук, я думаю, будет использоваться в те моменты, когда у тебя полностью закончится... А вот эти волшебные синергии, вот тогда мы начнем использовать лук. А пока у тебя достаточно этого всего, зачем? Нам вроде и так комфортно пока что. Немного нас там пару раз задамажили, но это скорее всего потому, что мы еще не особо привыкли к игре. Когда больше вольемся, я думаю, нас даже никто не будет и царапать. Так, хорошо, подходи. Ты мне не интересен, это доп. Задание. Действительно много дополнительных заданий. Очень много. То есть, как и говорили. То есть, изначально нам сказали, что очень много заданий. Так оно и есть. Хорошо, забрали. Так, давайте посмотрим, что в храме, и продолжим свой путь. Талисман оглушения. Талисманы оглушения надолго обездвиживают чужаков, попавших в область действия. Но будьте внимательны, некоторые особо сильных чужаков, они не действуют. Отлично. Талисманы, это мы удачно зашли. Что тут еще есть? Ангелов нету тут, бумажных? Так, чертовщина какая-то. А на стене свиток с изображением призрака. Я думаю, это все можно будет продавать. Ох, проверка талисман. Так, отлично. И как ее? Дамажим. У меня, кстати, вроде как и были огненные. Постой-ка, ты еще здесь. Мы тебя еще подрядим. Интересно, они бесконечные, талисманы? Если да, то это имба. Это очень удобно. Хорошо. Теперь не смотри на площадку. Так, сначала надо осмотреть город, а там уже решим, что делать дальше. Окей. Двигаемся. Так, площадка еще выше. Смотри, снаружи можно залезть по-быстрому. Гляди в оба, вдруг что-то полезное увидишь. Окей, залезем по-быстрому, но уже в следующем выпуске. Ребятки, всем большое спасибо, что смотрите и уделяете мне внимание. Не забывайте подписываться на телеграм-канале, ссылочка в описании. Всем спасибо, пока-пока.